Здравствуйте, друзья. В развитии темы о шуме на улице, шуме от соседей там, и так далее, я хочу вам еще один ресурс показать. Это статья в местной газете города Санта-Крус, что в Калифорнии. Значит, статья по поводу заседания там, так назовем, горсовета, так условно мы это назовем. И там интересная статистика, вообще интересные вещи. Это не касается событий городских на улицах, тем более имеющих разрешение, а это касается шума от соседей. Вот в основном. Значит, давайте мы почитаем. Значит, что они говорят? У нас, значит, ну там начальники местные во вторник, когда они там, значит, утвердили концепцию более строгих правил шума в ответ на многочисленные жалобы. Вот интересно, значит, офис шерифа городского в 2014 году получил 5000, друзья, 5815 звонков касательно, ну, как бы нарушения, так сказать, спокойствия. И из этих звонков около 2000 были конкретно вот по поводу музыки, шума или партии. Дело в том, что Санта-Крус вообще город океанский, курортный. Здесь очень много туристов. Кроме того, здесь очень много всякого такого жилья, особенно поближе к океану, сдается. То есть там не живут просто владельцы, а сдается там на неделю, на день, на три, на пять, вот такого плана. И поэтому люди там, соответственно, приезжают, молодняка много, они там выпьют, покричат, пошумят и так далее. То есть это как бы такой в городе общий момент, и как бы многих достает. Так вот, 2000 звонков разделите на 365 дней в году, и вы получите там, допустим, ну, если бы это равномерно было, да, там по всему году, то, скажем так, грубо 6 звонков в день по поводу только музыки, шума и партис. Я думаю, что основная часть по выходным, поэтому это будет уже не, допустим, не 6 в день, а так, допустим, может быть и 20, там, в субботний и воскресный день. И городской шериф Джим Харт предложил правила, изменения в правилах, которые позволят органам правопорядка, значит, наводить порядок, так скажем. Дело в том, что там критерии же важны, потому что если вы будете всякую науку по этому поводу читать, что говорится, значит, полицейский офицер должен иметь при себе прибор утвержденного образца, там, такого класса или такого класса, который показывает шумы там, и так далее. Если вы пойдете по-серьезному в это дело, то у полицейского инструмента толком нет. Понимаете, он должен ходить с приборами какими-то и сертифицированными и так далее. И вот, значит, что он тут... Да, значит, полицейские вот эти офицеры имеют проблему с тем, как сказать, это такой offensive, да, то есть такой совсем плохой это шум, или терпимый, да, терпимый или нетерпимый, так скажем. Но является он нарушением. Мы пробовали написать какие-то правила, такие правила, которые понятны, которые легко применить, объяснить соседям и так далее, сказал, значит, там помощник шерифа на этом митинге. У меня, к сожалению, не получается в селект тут ничего взять, чтобы вам подчеркнуть, где текст читается. Вот на мышку можете смотреть. Давайте я так немножко вниз его. Так, я извиняюсь, у меня перевод не профессиональный, а такой бытовой. Предыдущие правила по поводу шума относились к людям, которые шумят после 10 вечера. Сейчас соседи, которых достали, можно сказать, значит, они, я извиняюсь, те соседи, которые других застают, соседи, которые достают других, должны быть разумно тихими в течение дня тоже. И задача состоит в том, что не только в том, чтобы закон применить, но и также в том, чтобы как бы вот эта политика хорошего соседа, да, тоже имела место быть. То есть тебя могут, ну, как бы сказать, поставить на место не только если ты нарушил закон в явном виде. Если нарушил закон, тебе еще и штраф выпишут. Но сказать, ну, нехорошо шуметь вот так.
скажем. И есть конкретные правила, которые просто в практическом плане, значит, они предлагают применять. Говорят, начиная с 8 утра, шум будет рассматриваться как чрезмерный, так я переведу, значит, если можно его воспринимать 50 футов от границы вот этого дома, квартиры там и так далее, да? Property line, так называемый, значит, участка. Или, соответственно, там стены дома, смотря как он стоит на улице или квартиры. Значит, 50 футов, ну, грубо, 15 метров. Если он ощущается в 15 метрах, да, откуда он, значит, исходит этот шум, или он громче 75 дБ на границе этой property. Тут они объясняют, вот телефонный звонок примерно 80 дБ. То есть полицейский офицер, который прибывает на место, легко так вот он слышит ухом, и ему не нужно прибора. Он, в общем, так на слух вполне в состоянии сказать, есть нарушение или нет. Он не должен прийти ко мне в дом, чтобы услышать вот из моей квартиры, как там вот мне мешают. Он может подойти к границе того участка, откуда идет шум, и сказать это громче, чем вот телефонный звонок, или тише. Значит, начиная с 8 утра, да, то есть до 8 утра там вообще ничего нельзя, с 10 вечера до 8 утра вообще шуметь нельзя. Ну, там на самом деле свои цифры есть, вот, и свое расстояние. 80 дБ. В ночное время, ага, тут ниже оно идет по тексту, в ночное время то, что ощущается в 100 футах от property line, то есть, грубо говоря, там, грубо 30 метров, или громче, чем 60 дБ, это то же самое, как обычный разговор или музыка, которая там где-то в бэкграунде играет, на границе этой property. То есть, если мы просто разговариваем, да, вот просто разговариваем, это можно, так, чтобы на границе property. А если громче, чем просто обычный разговор, значит, уже нельзя. Так. Значит, уровень этих децибел – это только один фактор, который полицейские принимают во внимание. Они также будут рассматривать частоту, ну, насколько высокий звук, продолжительность звучания, насколько близко это к таким билдингам, к зданиям, и в сельской или там городской местности. Там в сельской местности, может быть, посвободнее, в городской более плотненько и так далее. Эти правила новые проясняют определение того, что считается недопустимым плохим таким шумом. И те, кто первый раз нарушает, получат предупреждение. Так, там цитата идет. Я не говорю о том, что собака лает или там мусорный трак там шумит, когда он высыпает. Сказал там человек из группы, там у них, знаете, такая общественная группа под названием HELP, что расшифровывается как Had Enough Loud Parties, то есть достали громкими своими, ну, parties, гулянками, достали громкими гулянками. Есть такая группа из граждан. И он говорит, я говорю о, ну, скажем, хамоватых, да, грубых, хамоватых соседях. Мы должны дать какие-то инструменты для того, чтобы, значит, можно было, ну, судить, приводить в порядок, дать полицейским необходимые инструменты для принятия решений, в данном случае такой смысл. Да. Ну, хорошо, я не хочу там дальше идти, там у них заседание с разными вопросами. И это как бы у нас уже в нашем контексте не касается, но вот я бы для себя, так и для вас, в качестве таких опорных точек, я бы сказал, вот, значит, в течение дня, да, полицейский имеет основание прийти в течение дня, и если вы шумите у себя в доме, допустим, вы, я не знаю, у вас там партия, вы окна все пооткрывали, и вот ваша музыка гремит там на весь двор, значит, в Соединенных Штатах, если это слышно за пределами там 15 метров, или там, скажем, на границе вашей ну, собственности, недвижимости, это громче, чем телефонный звонок днем, не ночью.
значит, он уже может прийти, сделать вам предупреждение. Если предупреждение не подействует, то в зависимости от места, где вы живете, значит, вам дадут штраф, а потом, может быть, еще более серьезная ответственность. Вот такая интересная хохмочка в развитии разговора. Спасибо всем, до свидания.